Эта книга – памятник древнерусской литературы XVI века. Автор повести – писатель-публицист Ермолай Еразм. Он получил поручение от московского митрополита Макария написать о муромских святых – Петре и Февронии, которые правили в Муроме и умерли в 1228 году. Произведение было написано после канонизации Петра и Февронии на Московском церковном соборе в 1547 году. И хотя некоторые исследователи сомневаются в существовании этих святых, тем не менее союз князя Петра и его супруги Февронии стал примером настоящего брака, образцом семейной любви и верности. История любви святых Петра и Февронии послужила основой для появления современного праздника. А нравственные уроки повести о Петре и Февронии актуальны и сегодня. Наш город также чтит и верит те истины, которым учит нас древняя легенда – любовь, мудрость, верность. Это та книга, которую стоит читать и перечитывать. Это наша история и культура. Мы приглашаем всех десногорцев посетить выставку «За любовь и верность» и еще раз перечитать страницы повести о Петре и Февронии Муромских. Выставка будет работать до конца июля.